Лечебный корпус БЦБ – единственное место в Бобруйске, где проводят лечение кислородом. Барокамера – настоящая капсула здоровья. Помогает избавиться от кожных и инфекционных заболеваний, улучшает память, нормализует сон и устраняет синдром хронической усталости. Под давлением подается кислород. Кислород через кожу проникает в организм, растворяясь во всех жидких средах организма. Разносится туда, где в первую очередь не хватает кислорода. От этого улучшается кровообращение, питание тканей, выводятся шлаки. В числе платных услуг и лучевая диагностика РКТ. Оборудование немецкого производства. Легкие сканируют за 5-6 секунд, головной мозг еще быстрее. Стоимость от 35 до 80 рублей, смотря что нужно обследовать. Мы выявляем основные патологии, касаемые головного мозга, органов грудной клетки. Это позволяет найти патологию на ранней стадии развития. Также мы проводим исследования органов брюшной полости, ну и иногда пазух носа и периферических каких-то суставов. В арсенале центральной больницы есть и современное оборудование для колоноскопии. Обследование проводят с анестезией, быстро и безболезненно. Процесс занимает порядка 30 минут. Стоимость наркозом от 120 рублей, без 42. Здесь же можно проверить и желудок. Перед началом процедуры пациенту нужно подготовиться. Если мы говорим про колоноскопию, то существует несколько препаратов, которые пациент принимает, скажем так, накануне, плюс соблюдение диеты, и это позволяет хорошо очистить кишечник, что в дальнейшем улучшит диагностику. Хит летнего сезона – гидромассаж. Уже после первой процедуры заметно поднимается настроение и общее физическое состояние. Здесь же акварол помогает улучшить гибкость суставов, а лимфомат – бороться с отеками ног и поясничного отдела. Только за 2021 платными услугами здесь воспользовались 34,5 тысячи человек. Тем, кто переболел бронхитом, синуситом или пневмонией, предлагают подышать в соляной капсуле. Релакс длится 20 минут. Процедура подойдет и детям от 3 лет. Стоимость сеанса 4 рубля 70 копеек. Универсальная лечебная методика магнитотерапия подойдет практически всем, у кого есть проблемы с суставами. Не менее важно посещать и врача-косметолога. Если не знаете, с какой процедуры начать, можно записаться на консультацию. Спектр услуг от химического пилинга до контурной пластики губ. В сравнении с частными клиниками цены в разы ниже. Мезотерапия у нас стоит 81 рубль 26 копеек. Бирютализация зависит от препарата, который используется, заказывается под пациента. Поэтому ориентировочная стоимость рассчитывается. В среднем мезотерапия бирютализации занимает где-то минут 50-час. В эту процедуру входит очищение, точнее сразу демакияж, очищение, нанесение поверхностной анестезии аппликационной и проведение непосредственно самой процедуры. Чтобы записаться на любую из процедур, достаточно набрать номера телефонов, которые вы видите на экране. В день приема нужно взять с собой паспорт. С каждым клиентом заключают договор на оказание услуг. Специалисты работают как с частными лицами, так и со страховыми компаниями. Если, допустим, человек принес ту же самую ковидную инфекцию, и, значит, можно провести комплекс оздоровительных процедур, там ту же соляную капсулу, значит, общую магнитотерапию, и человек не платит это из своего кармана, а ему оплачивает это страховая компания. Медики отмечают, обследоваться нужно не реже одного раза в год. Любой недуг проще и дешевле вылечить, если обнаружить его на ранней стадии, когда симптомы еще не дали о себе знать. Своевременная профилактика и регулярное врачебное наблюдение – залог отличного здоровья на долгие годы. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели.